Привіт тобі, величний народе, величної країни. І ви знаєте, я думала, з чого розпочати. Вирішила розпочати з того, що сьогодні 11.11.22. І це прекрасна дата для того, щоб повернути Україні Херсон. І от знаєте, після того, як я побачила світлини наших котиків із Збройних сил України, які вже перебувають в Херсоні, після цього їх, кажуть, просування трохи, значить, сповільнилося. Бо довелося вже просуватися крізь натовп, який намагався їх обійняти. Ну що ж. Україна – це Херсон, вже далі буде Україна – це Луганськ, Україна – це Донецьк, Україна – це Крим і не обов'язково в такій послідовності. І, до речі, у якій послідовності? От про все це давайте вже далі будемо говорити. Військовий експерт Ігаль Левін долучається до стріму. Пане Ігалю, я вас вітаю і слава Україні! Да, привітствую, героям слава! І смерть тим нашим клятющим ворогам, і дякую нашим Збройним силам України, які ту смерть нашим клятим ворогам несуть. Пане Ігалю, давайте насамперед про те, що ми вітаємо Херсон вдома, і от, ну, принаймні, правобережну частину, так, тому що на лівій там вони зараз, я не знаю, що вони там будуть зараз робити, до речі, про те, що вони будуть робити, ми з вами якраз і поговоримо. Ви розраховували, ви очікували, ну, тому що для нас, от що Харківщина була такою, знаєте, неочікуваністю, ми прокинулись такі, а що відбувається? І Херсон такою самою несподіванкою був, тому ми знали, ми йшли, ми прагнули, ми чекали на ці новини, але якось нібито дуже швидко все. Смотрите, вы можете поднять мою публикацию с 20 июля. Я там написал, как именно будет освобожден Херсон и что он будет. И именно про уничтожение мостов, логистики и так далее. Это случилось. Отлично. Еще тогда, как раз в июле, я знал, что это произойдет. Несомненно, потому что я не видел никаких возможностей, инструментов со стороны России, чтобы они могли удержать весь этот берег и Херсон. И я видел помощь, которая идет из США, возможности этих всех вооружений, которые есть, и то, как Украина, украинцы их используют. Поэтому для меня это был вопрос очевидный, и ответ на него тоже был очевидный. Во всех эфирах или где-нибудь, не знаю, в публикациях я всегда говорил, что освобождение Херсона — это вопрос времени. То есть это вообще-то не вопрос, смогут, не смогут. То есть нельзя так ставить вообще как бы вопрос. Але ж ми розуміємо, що вони могли зробити з Херсону другий Маріуполь. Вони могли просто тупо знищити все. Не могли, вони не вміють, вони не знають. Обороняти город — це сложно. У них нет мотивации, и они не умеют это делать. Плюс, ну хорошо, допустим, они бы решили остаться в Херсоне. Ну, такой вариант мы рассматривали. Кстати, 20 июля я написал тоже, что мы не знаем, захотят ли они выйти оттуда, или все-таки решат дать бой и так далее. Но, допустим, они захотели остаться в Херсоне, разрушенные мосты, логистика, вот это все. И как? Ну, как сражаться? Вы понимаете, когда они Мариуполь уничтожали, у них там Россия буквально под боком, у них плечо снабжения прямое было. И они то там возились, да, азовцы там держали его как герои долгие недели и месяцы. И они там возились просто кроваво, разрушая его фугасными бомбами. Учитывая, что у них там все максимально в тепличных условиях. Там не доставала украинская ни артиллерия, еще не было у Украины ни хаймарсов, и они все равно туда не достают. Там полностью небо было под их контролем. Россия и российские базы и аэродромы прямо вот под боком. Ну, максимально как песочница, типичные условия. И они как долго там возились, кроваво превратив это все просто в кровавое месиво. Поэтому Херсон как? На основе чего? Какие у них возможности? Ничего нет. Даже то, что они небо прикрывали на Байрактаров с помощью ЗРК, уничтожалось ракетами ХАРМ. Они там своих Минобороны у них России, смешные у них вот публикации, сбили три ракеты, не сбили, уничтожили три ракеты ХАРМ. Ну, когда они пишут, что уничтожили три ракеты ХАРМ, это значит, у них уничтожено три системы ЗРК или радары какие-нибудь. Все одно, якщо зараз подивитися на ті фотографії, які є в інтернеті, які викладають з Херсону, то кажуть, що вони там перевдягаються в цивільне і намагаються там сейті за своїх і ходять з автоматами, там намагаються чи переховуватися, чи не знаю, що вони намагаються робити. Як, наскільки велике угруповання от могло залишитися тих, які перевдяглися? І наскільки це за військовою тактикою нормально, коли там, ну я розумію, що вони типа залишилися прикривати, напевно, відхід своїх? Да, я думаю, они вывели как раз регуляров, профессионалов своих, морскую пехоту и ВДВ, ну, те, кто ночью Украина не уничтожила на переправах, мы знаем, что носили всю ночь, там резня фактически была на реке. Но наверняка они оставили там мобилизованных, просто как пушечное мясо, прикрывать их отход, а потом просто им сообщили, сказали, вот, танцуйте как хотите, там, переодевайтесь в гражданское, спасайтесь как можете. Да, я допускаю, что много, то есть речь не о десятках, возможно, даже о сотнях, они там по подвалам рассеялись и так далее. Кстати, я напомню, когда они ушли из севера страны, из-под Киева,
Сумщины, Черниговщины. В течение месяцев их там отлавливали, еще по подвалам находили. Какие-то там потерявших вот, одиночек, то есть они там прятались где-то и так далее. Вот. Очень долго такие, как мыши по норам сидели. И поэтому тут та же самая картина будет. Наверняка и не только в самом Херсоне, но и по селам, по посадкам, по каким-то там вот тоже наверняка будут и будут находить. Но туда сейчас поехала, вот уже отправились Укрпоштой и Новая Пошта, и должны туда ехать СБУ и ГУР. Вот. И наверняка они уже по пути и уже там работают. У них очень много работы выискивать всех этих мышек по их нормам. Зараз вони будуть один одного обганяти на перехрестях для того, щоб хто перший туди дістанеться. Якщо ще раз поглянути на цю військову тактику, тому що, знаєте, ну, говорили про те, що вони можуть відходити там, типу, тиждень з Херсону. Але відчуття таке, що їм, типу, сказали, тільки дали команду агли, і вони все кинули і побігли. Ну, там, правда, на Росії кажуть зараз про те, що жодного військового не втратили, жодної військової техніки не залишили, все вивезли з собою, ми молодці, і за собою ще Антонівський міст взірвали, щоб ви за нами, значить, не бігли. Да, я допускаю такой вариант, что они действительно хотели выходить несколько дней, более организованно, но, возможно, там кто-то действительно командованию сказал, что якобы есть договорняк там с американцами у высшего командования в Кремле и так далее. Получился такой Иловайск наоборот немножко, вот место за Иловайск. Мы видим, что очень многие украинские защитники прямо радовались очень сильно, что вот карма существует. Вот, и какой бы подлости, гадости ни делал, он бумерангом тебе вернется рано или поздно. Ночью началась реальная резня, просто всю ночь там и сообщения приходили от них, и от мобилизованных, и известно было, ну, фиксировали, украинские войны фиксировали прилеты по переправам. Сегодня есть видеосвидетельство и фотосвидетельство, там полностью перекореженные переправы, прямо с техникой на ней, которая там перевернута, вот, находится и так далее. То есть ночная работа ВСУ. И они поняли, что если они продолжат дальше, вот так вот переправами по капле переправлять, это просто будет избиение младенцев. Это никак невозможно будет уже потом скрыть. Или, ну, это просто будет единая картинка. То есть постоянно, каждый день, такое просто вот резня в СРФ. И они решили то, что мы уже вывели. А они начали выводить еще не вчера, они еще раньше начали выводить, это известно. Вот. Тем более, вот это то, что они говорили, что они гражданских якобы туда эвакуируют. Смотрите, гражданские встречают в СУ. Ну, кого нигде эвакуировали. То есть, ну, толпы. Вот вся площадь гражданских, которые встречают украинских освободителей. То есть, когда они говорили про эвакуацию гражданских, они вывозили солдат своих в гражданской одежде. Вот. В том числе на этих ночных переправах и так далее. Вот. И в конечном итоге получается так, что они понимали, что это будет просто вот такая вот и каждую ночь резня, поэтому ладно, кто там остался, переоденьтесь, спасайтесь как можете и так далее. На этом все заканчиваем. Поскорее закончить просто. Вот. И у них Минобороны объявило, потерь нет, технику не потеряли, нас уже там нет, все, мы ушли. Чтобы просто как бы медийно это вот прекратить и забыть. То есть все, больше не существует ни того берега, ни Херсона. Мы, конечно, своих не бросаем, але далі кожен сам за себе. Десь приблизно так воно виходить. Я, знаєте, я уявляю зараз обличчя Гіркіна, якому, ну, дуже хочеться про то все написати і сказати, а я ж казав, а я попереджав, а я вам ото все говорив, але, я так розумію, немає в нього чи то інтернету, чи то телефону, чи вже немає самого Гіркіна, бо давно він ніде не з'являвся. І я думаю, що саме того його і відправили на фронт, щоб він оце все зараз цю кашу всю не варив заново. Але Гіркін десь пропав в невідомому напрямку, а Стрімаусов, значить, погиб смертю собаки, не храбрих, собаки. Щоправда, от я й досі сумніваюся, що дійсно погиб, тому що от ніби й показали вже, ніби і відспівали, ніби вже і вулицю в Сімферополі на його честь назвуть. А я й досі не вірю, тому що, ну, по факту якесь дуже дивне ДТП відбулося. Ну, слушайте, на самом деле это не имеет значения. Как бы, ну, это клоун, как бы мурзилка такой, которая там вот вещала от лица их оккупационных властей. Вот, убить, не убит, реально, это никак не влияет. Как бы. На самом деле, я считаю, что он действительно убит, и он, скорее всего, ликвидирован как раз русскими, потому что они знали, что они уходят с Херсона. Они уже несколько недель это планировали, возможно, даже еще раньше, с того момента, как Украина начала работать по их логистике, по мостам и так далее. Он много чего знает. Он знает конкретно, приходила ли помощь, например, которую обещали. Он знает, какие там вот командования, командиры, какие меры предпринимали для удержания города. А так как он такой юродивый, от него можешь угодно ожидать, можешь угодно, ну, разболтать, его могут перекупить, может записать там видео какие-нибудь и так далее, и так далее. Очень неудобная информация. Если на Херсоне ставится крест и на всех там вот коллаборантах и так далее. И это, кстати, не новая практика. Если посмотрите вообще на любые оккупационные власти, администрации в истории где-либо, всегда, когда уходили, сдавали города и так далее, избавлялись от коллаборантов. Что они свидетели?
Они свидетели, они знают, что там было бы на самом деле происходило и так далее. Вот. Это, кстати, для меня, это тоже такое более личное, всегда удивление, почему люди идут коллаборироваться, потому что это такая работа очень с издержками как бы и для жизни и так далее. Вот. Меня всегда это удивляло, как люди спокойно подписываются, вот. Не то, что там его не тянул за уши, да, что мешало уехать с того Херсона и так далее. Но вот идут и находят свою, да, вот абсолютно позорную, вот бесславную смерть. В конечном итоге, что закономерно и было максимально ожидаемо. Кстати, про Гиркина маленький момент, он как раз утверждал, что да, ситуация плохая, но Херсон не сдадут. Ну, то есть он даже не допускал, что его сдадут. Так что интересно, что он там думает и что бы он там написал. Я, знаєте, неодноразово чула про те, що ну, от Херсон стане тим першим, ну, не знаю, кирпичиком или шлакоблоком в тій стіні Кремля і в путінському режимі, який паде після того, як щойно Херсон знову повернеться додому. От є таке відчуття, що це вже вся конструкція шаткає почала сипатися? Чи якось таке ще пояснять? Ну, Харків вже якось пояснили, Харківщину. Певно, і Херсон знайдуть, як пояснити. Смотрите, Херсон – это важный медийный момент, плюс это освобождение, естественно, граждан Украины, это важно очень. Вот, это плюс, это вера в вооруженные силы и в ее возможности для самих бойцов и украинцев. Потому что, скажем, ну, одна наступательная операция, можно сказать, что это случайность, повезло, да, договорняк, ну что угодно, разгоняли вот кучу умных людей в кавычках в интернете, что угодно, любой бред разгоняют. Но когда Украина методично раз за разом проводит удачные наступательные операции, вот такие как Лиманская операция, Балаклейская, Изюмская, Купинская операция, у нас вот сейчас выход в Луганскую область, поэтапная и оккупация там под Сватово. Кстати, очень интересное событие происходит. Наверняка будут скоро тоже хорошие новости. И сейчас у нас Херсонщина, конечно же, освобождение Херсона. То есть это, мы видим, что это правило, а не исключение. Это очень важный момент. Но, как я уже сказал, это медийно красиво, но настоящий переломный момент, вот этот кирпичик, который начал у них из их стены, вот этого монолита оккупации, вот сыпаться, вышибаться, это конец августа, начало сентября, когда Украина перешла в контрнаступление и перехватила инициативу в свои руки. Это не так как бы медийно красиво, это больше для военных, вот, которые это все смотрят, изучают, вот, но это то по-настоящему, что сделает переворот. Потому что теперь Россия должна постоянно подстраиваться под реалии, которые ВСУ и украинский генштаб им диктуют. Более того, сейчас вот как раз Херсонская вот эта операция, она же, ну, не неделю назад началась, она месяц длится, на самом деле сейчас начало лета. Плацдарм под Давыдов Бродом был как бы создан как бы украинцами, как часть архитектуры и оккупации всего берега и города. Так вот, это часть всего большого процесса захвата инициативы. И сейчас им нужно еще больше подстраиваться под генштаб, под ВСУ. У них нет инициативы в их руках, а инициативного нет очень важно. Кто владеет инициативой, тот наполовину уже победил.